Отправляясь в путешествие с малышом, помимо прочего, родители запасаются удобной посудой для кормления ребенка. Выбор не из легких, ведь учесть нужно очень много аспектов. Удобство, экологичность, функциональность и многое другое. Для родителей очень важен выбор посуды, особенно для тех, кто часто путешествует, гуляет с детьми, ходит на прогулки или ходит часто в гости. Компания Tommy Tippy хорошо себя зарекомендовала на рынке. Она создает специальную посуду, которой удобно пользоваться в путешествии и на прогулке, так как эта посуда функциональна, гигиенична. Ребенку легко держать в руке такую посуду. Для часто путешествующих родителей компания Tommy Tippy создала широкий ассортимент от поильников до посуды для хранения еды, разделительных тарелочек, ложечек, мисочек различных. Бутылочка, чашка, термос, поильник. С этой посудой подрастающий малыш практически не расстается. И здесь важно подобрать самую удобную для прогулок и путешествий. У меня в руках поильник Tommy Tippy. Данный поильник – это чашка, термос. Он сохраняет тепло. Это значит, что когда вы зимой гуляете, напиток будет теплым. А если вы вышли на прогулку летом, то напиток сохранится холодным и свежим. Если, например, вы взяли с собой компот, то он не испортится и всегда будет свежим. Данный поильник оснащен специальным клапаном. Также, если поильник перевернуть или случайно бросить, что у деток случается очень часто, иногда они даже специально могут бросить этот поильник, содержимое данного поильника не прольется. Поильник легко разбирается. Благодаря этому его легко помыть, тем самым соблюдая все гигиенические нормы, которые предъявляются к детской посуде на природе. Облегчить жизнь мамы поможет и другой чудо-девайс, созданный для малышей, которые учатся есть самостоятельно. В такой тарелке можно смело подогревать еду в микроволновой печи и мыть в посудомоечной машине. В данную тарелку вы можете разложить еду по видам, тем самым предоставляя ребенку выбор. Он выбирает то, что он захочет, то, что он будет кушать. А к тарелочке я порекомендовала бы вот такой коврик. Данный коврик противоскользящий. Он помогает, чтобы тарелка, либо любой другой аксессуар из посуды находился на одном месте, а не ерзал по всему столу. Что у детей часто случается, они могут разбрасывать, либо ронять посуду. Также здесь есть специальный язычок, на который вы нажимаете пальцем и легко забираете посуду. Процесс кормления может быть ярким и интересным. Широкая цветовая гамма посуды Tommy Tippy, несомненно, приведет в восторг маленького гурмана и идеально сочетается с цветом вашей кухни. Помните, в сети аптек Гиппократис вы найдете все, что необходимо для качественного кормления вашего малыша.